легкий в приготовлении и вкусный рецепт фаршированных яблок с курицей. Куриное филе необходимо отварить примерно 20 минут, а затем остудить и нарезать маленькими кусочками, сливочное масло растопить в сковороде, добавить туда муку и все хорошо перемешать, далее добавить молоко и постоянно мешать, доводя до кипения, добавить соль и перец и варить до тех пор, пока соус не загустеет, затем соус смешать с филе и убрать все с огня. Яблоки промыть и срезать с каждого из них верхушку, удалить сердцевину, яблоки зафаршировать и вяложить в форму для запекания. Поверх каждого яблока необходимо положить по небольшому кусочку сливочного масла и затем выпекать в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Список ингредиентов в конце видео. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Яблоки кисло-сладкие 1 кг, куриное филе 500 г, молоко 350 мл, сливочное масло 2 столовые ложки, мука 2 столовые ложки, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, количество порций 6-8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.